Привидище! Это Хогвартс Наследие и наш великий пятикурсник-звездочет. Он одет, как бабушкин внучок. У меня тут, кстати, сова появилась. Прилетела такая, говорит, у меня почта для тебя. Давай почитаем, что она нам привезла. Наш профессор Фиг пишет нам. Говорит, зайдите ко мне. Я кое-что обнаружил в медальоне, который мы нашли в Гринготтсе. Вот это новости. Значит, сова будет периодически нам приносить письма. Окей. Пойдем. Профессор Фиг, вы здесь? Так. Я в это кольцо пока не встану. Потому что нужно осмотреть его хоромы. Уверен, что что-нибудь... Вон, сундучок, смотри. Давай глянем. Монетки. 43 штучки. Скоро нужно будет опять идти шопиться. Ну, вроде бы и тут все. Я тут сидел, ждал его, пока он придет. И вот он наконец-то здесь. Профессор Фиг, привет. Профессор, как же славно вас видеть. А уж как я рад. Слава Мерлину, вы целы. Я слышал о нападении. Надо же, тролли, да еще и в Хогсмиде. Сэр, тролли были в доспехах. С тем же темным свечением, что и тот драконий ошейник. Это гоблинское серебро. С его помощью Ранрок управлял драконом. Но как? И зачем отправлять троллей в деревню? Это из-за меня. Мне удалось нечаянно подслушать разговор Ранрока с Виктором Руквудом. Так Ранрок был в Хогсмиде, да еще и с Руквудом. Тролли должны были всех отвлечь, пока Руквуд разделался бы со мной. И он бы разделался, не вмешаясь Сирона и посетители трех метал. Прискорбные новости. Если за вами охотятся гоблины Ранрока и темные волшебники, значит им нужно содержимое того сейфа. Ранрок и Руквуд охотятся за медальоном. Им нужен медальон. Вы говорили, что кое-что обнаружили в нем? Да. Я обнаружил надпись, и когда прочитал ее вслух, появилась эта карта. Хитро придумано. Безусловно, это карта Хогвартса, но я не знаю, куда она ведет. В библиотеку, а точнее, в запретную секцию. И немного дальше. Я вижу на ней следы магии. Так и знал, что вы что-то увидите. Ну что, мы идем? Ценю ваш энтузиазм, и мне тоже не терпится узнать, что же там может быть, но после тех событий в Гринготтсе, не говоря уже о том, что случилось с Миромом, одно я знаю точно, наш путь безумно опасен. Поэтому я хотел бы, чтобы сперва вы немного позанимались с профессором Гей. Но, сэр, что мы может угрожать мне библиотеке? Здесь наверняка идет всего лишь о книге. Даже если мы отправимся туда просто за книгой, нужно быть готовым ко всему. Приходите ко мне, когда отточите мастерство в защитных заклинаниях. Я сообщу профессору Геккет, что вы идете. Профессор, вы собрались научить меня новому заклинанию? Хорошо, профессор Фиг намекнул, что с изучением защитных заклинаний вам лучше поспешить. Поэтому я обучу вас поджигающему заклятию, инсендио. С его помощью можно зажечь факел, избавиться от паутины или защититься от тех, кто захочет причинить вам вред. Весьма практично. Весьма. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас выполнить несколько заданий. Некоторые из них вас удивят. Ученики слишком часто полагают, будто их преподаватели ничего не знают. Когда закончите, подойдите ко мне, и мы начнем разучивать инсендио. Мне нужно, короче, победить в двух раундах скрещенных палочек. И нужно потренироваться с Люканом Шумсби. Что ж... Пойдем тренироваться. Пойду за книжкой. Куда она меня приведет? Ну, вот эта вот книжка, которая вот летит куда-то. Вон в ту сторону. О, привет! Снова ты! Напугал ученика. Так, здесь открыто, кстати. О, туалеты. А вот и я. Мое отражение. Кривое, конечно, косое, но... В туалеты может зайти. Можно посмывать. Интересно, я тут что-нибудь найду, как думаешь? Надеюсь, не смытого ничего не найду. О, в туалете торт! Здесь кто-то живет. У него тут кухня в туалете. Боже мой, как это ужасно. Здесь ларек есть с 61 монетой. Тоже в туалете хранит бабки. Это вопрос. Так,
Что-то еще где-то есть свистнуло. Подожди. Вот за этой стенкой, короче. Но чтобы туда попасть, нужно вот этот замок открыть. Все ясно. Карта. Огромная карта, возможно, Хогвартса. Но там ничего не видно, ничего не понятно. Продолжаем наши поиски. Опа. Ты меня преследуешь, что ли? Он меня напугать хочет. Негодяй. Десмонд. Долговязый. Страница руководства. 9 из 15 я нашел. Вот, еще карту, смотри, можно посмотреть. А что мне с ней делать? Ага, изучаем. Карта Аргилшира. Но с ней можно как-то взаимодействовать. Что-то с ней можно сделать? Не реагирует. Я всю магию израсходовал на нее. Все испробовал. Можно еще сюда сходить? Но нам нужно вот сюда по заданию. В принципе, я думаю, что мы уже пришли. Хорошо, что ты смог прийти. О, привет! Я вначале вот это вот заберу. Страничку. Благодарю. Можно тут попрактиковаться. Видишь, сколько манекенов. Ну чё, поболтаем или посражаемся? Себастьян посоветовал мне спросить у тебя. Ну, раз Себастьян за тебя ручается, этого достаточно. Я провожу дуэли из скрещенных палочек. Ну, круто, круто. Можно я уже тут это, скрещу? Если я победю, мне какой-то приз дадут. Хочешь поучаствовать? Конечно, хочу. Я вступаю в твой клуб, чтобы участвовать в битвах. Конечно, дуэли — это отличное развлечение. Благодарю. Кроме того, в скрещенных палочках можно сражаться в паре. О, двойные дуэли. На первый раз встанешь в пару с Себастьяном, а затем можешь привести кого-нибудь другого. Ну что, рискнешь сразиться? Конечно. Погнали. Веди меня на ринг. Замечательно. Сейчас полетят искры. Ты еще пожалеешь, что записался сюда. Да ладно, я не пожалею, я сейчас тебя наковыляю. Ну и что? Так, можно я за тебя, Себастьян, спрячусь? Они в щитах. Пробиваем щиты Левиоси. Вот так вот. Левиоси нам помогает. А подруга что его стоит? Слушай. Что с тобой, подруга? Блин. Да стой, Себастьян, ну что ты? Девчонка, короче, она... Она как бы следит за мной, но... Она офигевает, она не хочет из щита выходить. Нет, я первый буду. Готов один? Ну чё, подруга, теперь твоя очередь. Ага, ее так просто не пробить. Подожди, давай мы вот так зацелимся. Берем бочку. Во! И теперь Левиос. А, все, победил. Да, этот бой был серьезным. Кто-то говорит из следящих. Неплохо. Себастьян в тебе не ошибся. Я разобью вас. Девчонки против... Подожди, их трое, а нас двое? Так нечестно. Левиоса. Ох, не успел. Так, подожди, нам нужен другой. Вот, вот сюда Левиоса прокатит. Протейка. О-о-о-о. Как сработало красиво. Еще отбиваем. Ой, хорошо, хорошо. Есть, пробили их щиты. Просто своей защитой. Левиоса. И щит. Ой, знатненькая прилетела. Акцию. Вот, акция работает, классно. И бочку в него еще. Красота. Щит. Просто вообще от души наваливаем. Не туда кинул. Вот в эту можно кинуть? Нет, походу нельзя. Слушай, я один троих тут уделал. Надси там что-то это... С фигней какой-то страдает. Ну хотя нам не помогает, в любом случае. Надси, Надсай ее зовут. Ну как, тебе понравилось? Браво! Пришлось выложиться по полной. Это уж точно. Другие дуэлянты уже и так обратили на тебя внимание, но после последнего раунда они точно будут точить зуб на тебя. Рекомендую тебе тренироваться без устали, если хочешь иметь шансы на победу. Я сообщу тебе, когда все будет готово для следующего поединка. Актио! Пошла, 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 пошла жара. Выбили комбинацию. А дальше что? Следующее что? Левиоса.
Следующая комбинация у нас опять Левиоса и Акцио в конце. Ого. Прикольно выходит. Думаю, хватит практики. Ты уже неплохо справляешься. Спасибо, Люкан. Я считаю, что лучше обнаружить свои слабые стороны на тренировке, а не на дуэли. Теперь ты будешь грозным противником. Ну все, теперь Гекка, точно. Все задания выполнил. Профессор Геккет, все ваши задания выполнены. Прекрасно. В таком случае, вероятно, вы готовы изучить Инсендио. Вероятно? Да. Я навещала немало своих коллег в больнице Святого Мунго и знаю, что обуздать огонь не так уж и просто. До сего момента ваш талант к заклинаниям меня приятно удивлял, но сейчас вам прежде всего понадобится сосредоточиться. Не хотелось бы, чтобы итогом сегодняшнего урока была загоревшаяся мантия. Ну, начнем. И помните, движение палочкой должно быть очень точным. Ну что ж, понеслась. Вроде пока все удачно. Еее! Инсендио! Теперь я могу поджигать. Ага, я изучил много заклинаний, мне нужно теперь поменять что-нибудь местами. Что ж, давай попробуем. Вот я хочу поменять, например, слюмус. Вот так вот. Потому что сейчас день, и люмус мне пока что не нужен. А заклинаний, я тебе хочу сказать, тут очень много. А вот это что за заклинание? Авада Кедавра. Заклинание, которое использовал Волан-де-Морт. И его можно изучить, между прочим. Что ж... Давай посмотрим, что я теперь могу делать. Затестим. Подожди-ка, палочка сломалась. Ой, как она долго восстанавливается. У него кулдаун большой. Ну, перезарядка, в смысле. О, неплохо продолжать в том же духе. Главное, себя не подожгите. Я постараюсь. Да блин, опять перезарядка. Палочка, смотри. Такое ощущение, как будто там батарейки сели. Ну чё, вроде бы все. И с огнем все понятно. И я пошел. Парни, смотрите, что могу. Ну, их не удивишь. Ладно, погнали, короче, к фигу. Фиг, нафиг его придется опять подождать. Ладно, посидим. Ага, вот ты где. И он мне тоже говорит, а вот и ты. Я все изучил. Пойдем в библиотеку. Здравствуйте, сэр. Профессор Геккет научила меня новому защитному заклинанию. Я уже знаю. Она сказала, вы вполне освоились с новой палочкой. Продолжайте работать с профессором Геккет и другими преподавателями. Вам нужно много упражняться. И все же не стоит больше откладывать посещение в библиотеку. Итак, продолжим. Фиг, у меня есть для вас поручение. Идемте. Директор, я разговариваю с учеником, да и мое расписание. Расписание подождет столько, сколько я скажу. Мне казалось, после тех проблем, что вы с Озериком мне доставили, вы будете рады загладить свою вину. Жду у себя в кабинете, у вас 5 минут. Он просто невыносим. К сожалению, наш поход в запретную секцию придется отложить. Но, профессор, у нас нет выбора. Будет неразумно еще больше злить нашего сиятельного директора. Я найду вас, как выполню возложенное на меня поручение. Ну что, нам, походу, самим нужно будет идти в запретную секцию. И, конечно же, я возьму с собой Себастьяна. Фиг же сказал, что это может быть опасно. Поэтому в одиночку я туда ни ногой. Себастьян, здорово. Себастьян, вот ты где. А вот и ты. Ну, рассказывай, что произошло в 3 метлах. Виктор Рокут обычно не удостаивает учеников своим вниманием. В чем было дело? О, это из-за Ранрока. Ума не приложу. То есть, наверное, я не буду ему говорить. Потому что Фиг меня попросил. Поэтому... Я его даже не знаю. Может, он перепутал меня с кем-то из учеников? Как скажешь. Не буду на тебя давить, но однажды тебе придется мне рассказать, о чем речь. Вероятно, я смогу помочь. Итак, зачем я тебе понадобился? Профессор Фиг попросил меня найти кое-что в запретной секции библиотеки. А сам он не может тебе помочь? Я в последний момент вызвал к себе Блэк. Можно, конечно, подождать и получить от него разрешение, но...
Ты хочешь проявить инициативу. Именно. Встретимся ночью у входа в библиотеку. И никому ни слова. Увидимся вечером. Спасибо, Себастьян. Увидимся. Себастьян нас уже ждет. Как тут прикольно. Слежка. Стелс. Видишь? Вон к той двери нам и нужно попасть. Эти выскочки, старосты, побегут ябедничать при любом удобном случае, так что им лучше нас не видеть, ясно? Я умею быть тише мыши. Идем. Погоди-ка. Тебе надо выучить дезиллюминационное заклинание. Оно помогает попасть в те места, где тебе не следует быть. Примени его, и тогда, если на тебя посмотрят, то решат, что им померещилось. Главное, держись подальше от людей и не шуми. То есть, я на самом деле стану невидимым? Что-то вроде того. Конечно, это не так надежно, как мантия, но мантии дорогие, а заклинания бесплатные. Попробуй. Дезиллюминационное заклинание. Изучаем. Главное не профукать. Ох, как быстро. Как быстро красная штука движется за мной. Но я все-таки справился. Теперь нужно его применить. Хо-хо-хо. Я почти как невидимка. Ну что, пошли. Ревелио меня не рассекретит, да? Ух ты. Красным, смотрите, загорит. Если противник поблизости почувствует что-то, они начнут изучать подозрительную активность. Если вас поймают, важная особа, это приведет к провалу задания. Окей. Так, кажется, нас... Тихонечко тут прокрадываемся вот так вот. Все хорошо, все отлично. Надо тоже шептать. А подожди, если... Они обратят на это внимание, подойдут к... Нет, к фонтану. Нет, они не хотят подходить. Засранцы. Надо их как-то отвлечь. Как их отвлечь? Так. Они должны как-то отойти. Что мы должны сделать? Они сейчас... Вот, он, стоп. Кажется, она куда-то пошла. Вот, она отходит. Или это он? И теперь мы тихонечко вот так вот, просто очень тихо подкрадываемся сзади. А на что она смотрит? На лестницу? Вот кукуха. Еее, мы пробрались. Шикарно. Стоп. Проклятие. Библиотекарша еще здесь. За шкаф, быстро. Вот сюда. Я тут просто еще не был, я даже не знаю эту местность. О, там сундук есть. А, что, в огонь лезть? Сундук где-то за огнем, подожди. Реально за огонь. Проклятие. Ты же говорил, что библиотекарши здесь не будет. Я сказал, что ее обычно нет в это время. Все равно все будет в порядке. Видишь ее стол за мной? Ключ лежит в ящике того стола. Итак, вот как мы поступим. Я придумаю, как ее выманить. А ты достанешь ключ. Встретимся у входа в запретную секцию. Отличная идея. Ты отвлекаешь, я добываю ключ. Все ясно. Я сказал, что поведу тебя. И слово свое держу. Поверь мне. Окей. Но я хочу залезть в пекло. Подожди. Кто здесь? Библиотека закрыта до утра. А, в огонь я не могу залезть. Ну ладно. Его, видимо, потушить нужно, и тогда смогу залезть. Блин, так и знала, что слышала кого-то. На выход. Капец, меня библиотекарша спалила. Ох, ё-моё. А бабушка там ходит. А бабушка все ходит и смотрит. Если я здесь вот мимо нее вот так вот... Чё он там сделал? Он там что-то взорвал. Кто там? Это ты, Пивз? Искать ключ. Ключ, вот он. Как-то все это просто вышло. Теперь убегаем. Я единственное не понял, что Себастьян сделал. О, смотри, что он творит. А, это она сделала. Это сделала она. Он, видимо, сломал там что-то, и она починила. Я еще деньги стырил. Прямо у нее под носом. Осталось только вон туда пройти, а вон и Себастьян. Я бегу. Я уже здесь. Это было проще, чем казалось. Теперь пора найти книгу. Ага. Ух ты. Вон сундук. Сперва за ним. Ваши ячейки снаряжения заполнены. Блин. А, вы можете продавать предметы. А что в этом-то пред... Капец. И как быть, и что же делать? Ну, по всей видимости, мне потом придется вернуться в библиотеку.
А я-то думал, что у меня бесконечно широкие штанины. Интересно, что в этом ящике? Хорошо. Берем книгу. А, из-за чар эта книга выглядит полезной. Чем на самом деле? Я уже дважды так палился. Значит, это не та книга. Надо искать другую. Вниз давай спустимся. Там внизу кто-то стоит. Оставайтесь незамеченными. Используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особ и врагов в определенное место. Окей. Okay. Подожди, кто-то здесь... А, это призрак? Это призрак. Блин, понятно, он помогает библиотекарше. Угу. Давай сейчас его тогда отвлекать. Сейчас мы его отвлечем, например. Вот так вот. Призрак подлетает туда. А мы делаем вот так. Как мышки. Даже призрака умудрились обмануть. Это тупо, с одной стороны, ну. Ой-о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 й. Тихо, вот здесь вот сидим. Капец. Чем тебя отвлечь? А, кстати, книгу надо поймать. Чего она летает? И нужно ли ее вообще ловить? Я думаю, что это не та книга. И чуть не спалился. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кажется, я что-то слышала. Но, по-моему, я что-то слышала. Наверное, показалось. Фух. Умудрился проскользнуть. Теперь все чисто. Можно не прятаться. Смотри, рука торчит. Чтобы спряталась. Ну что ж. Так что ты ищешь? Я ищу лекарство для сестры Анны, чтобы она скорее вернулась в Хогвартс. Что-то мы нашли. Страницы руководства заколдованной книги. Ага. Так. Мне на самом деле, Себастьян, все равно, что ты там ищешь. Это, конечно, приятно, что ты ищешь для сестры. Но мне тоже нужно кое-что найти. Помог бы ты мне с этим. Блин, еще один сундук, и я не могу снова взять ничего. О, Себастьян, а ты знаешь, что вот это вот за сундуки? Как их открывать? Ладно, не буду трогать. Вот книга какая-то. Тайны наитемнейших искусств. Впечатляет. Снова рука вон торчит. О, это феи же. Похоже на них. Стремненькие, правда. Какая темень. Какая сырость. Что это было? Только не говорите, что сюда гоблины быстрее, чем я, пробрались. Еще одну страницу нашел. Сундучок. Что там у нас? Новая это, как ее там? Рукоятка для палочки. Сейчас поглядим. Может, она получше смотрится? О, она сюда лучше подходит, чем вот это, мне кажется. Да, пусть будет это. Кто это тут у нас? Себастьян Селлу. С компанией шастать, где не положено. Прохвосты вонючки. Вам светит взбучка. Пивз, не смей. Я все расскажу. Ох уж этот клоун. Проклятый Пивз. Надо остановить его. Или хотя бы придумать достойное оправдание для библиотекарши. А я могу тебе доверять? Будь осторожен. Давай спросим, я могу тебе доверять? Откуда мне знать, что ты не пойдешь к библиотекарше и не выдашь меня? С чего бы мне это делать? Мне нравится, когда друзья у меня в долгу. Можешь идти. Удачи тебе в поисках. Куда же запропастился этот проклятый полтергейст? Понятно, он пошел ловить Пивза. А я пробираюсь дальше. Прикольно. Вот сундучок. 40 монеток. Тут ничего тайного нет. Ух ты. Я вначале подумал, что в этой закутанной ткани человек. А там, по-моему, просто доспехи. А глубоко мы вообще спускаемся? Это портал. Ну конечно, следы древней магии.
Здесь должен быть какой-то секрет. Вот так. Давай я просто здесь спрыгну, да и все. А, туда нельзя спрыгнуть. Не дают невидимые стенки. Какой здоровый сундук. Ага, попробую водку. Открыл, прикинь. Ну, конечно же. Ваши ячейки. Короче, нужно все продать. Но что продавать, я до сих пор не понимаю. Потому что, смотри, у меня тут есть ячейки. А, нет, снаряжение 20 из 20. Все понятно. А, можно уничтожить. Блин. Че, уничтожать тогда? Или лучше продать? Че я буду уничтожать, если вот это можно, допустим, за 30 монет продать? В общем, придется все везде вернуться и это, пособирать сундуки. Я дико вообще хочу узнать, что в этом сундуке, он такой мощный. Ладно, пошли. Интересно, куда я попаду? Какое невероятное место. Здесь по-любому надо восстановить мост. Нет, значит, нам нужно попасть вон в ту штуку. Только чем? Может, огнем? Нет. Нужно разбудить вон ту урну. Акцию? Нет. О! А так сработал. То есть до этого я стрелял, не прицелившись, не срабатывало. А так прокатило. Странная какая-то фигня. А там у нас стоят защитники, стражи. Че, подеремся? Вау! Ну нифига себе, что я намутил. Это я ульту сделал, типа, да? Получай. Ой, не успел. Но это сильно. Древней магией им. Ух ты ж, сзади кто-то. Я думаю, надо выпить скляночку. Че, все? Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинации, состоящей из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете незначительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. О как. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушительную древнюю магию, которая наносит огромный урон и разрушает щитовые чары. А, ну это то, что я в самом начале использовал. Молнией шандарахнул. Это что там, книга что ли? Ага, подожди, надо вот с этими сразиться. Так, ясно. Протейта сработала. Готово. А, этот еще жив, смотри-ка. Упал. Ну и хорошо. Слушай, вон там это сундук? Да, похоже на него. Акцию сработает, как думаешь? Нет. Мне нужно самому как-то научиться левитировать. Давай стреляем туда. Побежали. Скорее, 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 скорее. Успел. Фух. А тут у нас чего? Должно быть, это путь вперед. Вот только куда? Там снова сундук, ну и, конечно же, я ничего не соберу там. Стреляем. Вот и все. Почти на месте. Сейчас нужно сохранить спокойствие. Ох уж эти сундуки. А тут монетка. Вот это я должен забрать, да. Монетку взял. О, куча стражей. Сейчас будет мощная драка. Ну что, ребятки? Получайте. Вот сгусток, кстати, смотри, вот он. Ух ты. Ой-ой-ой-ой-ой.
Так, древняя магия, иди на помощь. Используем то, что мы практиковали. Черт, не успел протейта использовать. Уходим, уходим, уходим. Ух! О, магию можно заюзать, давай. Отлично. Черт. Получай. И ты тоже. Готов. Сгустков больше не видно вроде. Прикольная битва была. Так это же та книга. Снова этот старичок, который защищал древнюю магию. Но это сильно, я тебе хочу сказать. Только не говорите, что у пацана аллергия на зелень или там на пыльцу. Или он просто болен. Извини, я могу дать тебе воду, траву и еду, но вылечить не могу. Неужели это та девочка, которая выросла? Вы хотели меня видеть? Директор Фицджеральд, профессор Рэкхэм. Мисс Исидора Морганах. Добро пожаловать. Профессор Руквуд? Профессор Бакар? Мы знаем, что вы отлично приспособились к жизни в Хогвартсе. Это правда. Приятно слышать. Особенно в свете вашей необычной ситуации. Я про зачисление сразу на пятый курс. Кстати говоря, меня тоже приняли в Хогвартс на пятый курс. Больше мне ни разу не удавалось слышать о таких, как мы с вами. Мисс Морганак, когда мы разговаривали вчера после урока, вы спросили про красивые клубящиеся следы, которые вы видели много лет назад, когда мы посещали вашу деревушку. Я сразу же узнала вас всех. Даже не знаю, как вас отблагодарить за то, что вы сделали. Мы были рады помочь. И да, в тот день я действительно видела повсюду вихреобразные следы древней магии. Мой отец настаивает, что это было лишь мое воображение. Но для меня это было реально. Воображение ни при чем. Персиваль, профессор Рэкхэм тоже может их видеть, но мы никогда не встречали никого другого с такими возможностями. И я не понимаю, что это. Шепот или следы, которые появляются, когда кто-то применяет особенную форму древней магии. Древняя магия? Немногие способны видеть ее. Хогвартс сам по себе является оплотом древней магии. Получается, если я вижу следы древней магии, значит ли, что я могу управлять ею, если пройдете надлежащее обучение? Но давайте не будем забегать вперед, мисс Морганак. Но прежде чем я обучу вас применять подобную магию, вы должны сначала освоить все, чему только можете научиться в Хогвартсе.
Такая могущественная магия может причинить большой вред, если попадет не в те руки. Ей должны владеть лишь избранные. Sebastian. Опять вы шныряете по запретной секции. Я надеялась, что эти выходки прекратятся, но, очевидно, оставлять вас после уроков уже бесполезно. Боюсь, мне придется сообщить об этом директору. Но, впрочем, Пивз говорил, что вы пришли сюда не один. Если кто-то подбил вас на это, будет лучше, если вы его сдадите. Вы уже умный мальчик, зачем вам неприятности? Со мной никого не было. Я пришел один. О, да он крут. Ох, Себастьян. Что скажет ваш дядя? Как меня бесит этот клоун. Короче, Себастьяну можно доверять, он настоящий друг. Товарищ. Задание завершено. Секреты запретной секции. Уф. И у меня 11 уровень. Круто. Ну а на сегодня достаточно приключений. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк под этим роликом и подписаться, если ты еще не подписан. И тогда мы вскоре увидимся на новом видео. Так что до встречи.